обязана не соблюдать повседневной деятельности требования безопасности у военных службы. Он должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек курения, алкоголя, употребления, не допускать наркотических средств и психотропных веществ. Служебным вопросом военным служащим должен обращаться к своему непосредственному начальнику. А при необходимости разрешения непосредственного начальника к старшему начальнику. По личным вопросам военнослужащий также должен обращаться к непосредственному начальнику, а в случае особой необходимости к старшему начальнику. И я люблю устав. I love Russian army.